Фу, я не пойду туда, там страшно. Тут паутина. Всем привет, ты на канале! Мне кажется, вы давно не слышали такого позитивного крика, такого шума. Сегодня у нас прятки. Короче, ребят, мы планируем устроить прятки, так как мы знаем, что вам нравятся прятки. И так как у нас очень много людей, я считаю, что человеку, который будет искать, это будет достаточно непросто. Смотрите, один человек ищет всех нас. Да. Если он не находит четверых человек... Пятерых? Если, нет, да, если он пятерых. Находит меньше, чем четыре человека, он должен будет искупаться в холодном бассейне. Да. Правильно? С арбизами? Там есть еще арбизы? О, да! С арбизами буду! Тогда да! Целых 5000 арбизов! Не, вообще не хочу купаться в холодной воде. Арбизы будут? Окей! Макс, 4 то дуже мало. Стоп, зараз. 4, ну давай, це половина. А знаете, что самое интересное? Мне кажется, что здесь вот каждый человек сидит, и вот мы сейчас будем это все делать на ЦУЕФА, и он уверен, вот каждый из нас уверен, что, да, что это не он будет, потому что людей много, но на самом деле кто-то из этих одних ущербностей, точнее. А что ты на меня пальцем тыщешь? Ну, вообще, вы все ущербности. А Бритни, смотрите, Бритни будет в топе. Итак, мы остановились на том, что один человек ищет всех. Если он не находит всех, то он принимает холодный бассейн на улице. С арбизами. Нет, ребят, я все-таки считаю, что именно человек, который ищет, должен выбрать, кто купается в бассейне. Да, это честно. Мое мнение. Да. Начинаем. Ладно, давайте он посудит, типа, кто спрятался тупо, а кто хорошо. Да. И ой, я гений. Ты можешь. Раз, два, три. Раз, два, три. Опа, стоп! Оп-оп-оп-оп! О, мы вышли! Вытро! О, да! УЕФА! Раз, два, три! Ой! Аня, ты цепляй! Я ставлю фокус! Давай еще раз! Я волнуюсь! Раз, два, три! Раз, два, три! Играем! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Давайте все-таки подытожим. Получается, Карина у нас ищет всех. Карина должна найти всех человек. Если ты их не находишь, тебе придется купаться в бассейне. Стоп! Я не голосовала за такое. Если ты находишь всех, то ты можешь выбрать любого из участников, кто будет купаться в бассейне вместо тебя. Я тебя зажалел. Я единственный не кричал. Поэтому, дорогие наши подписчики, обязательно смотрите это видео до конца, потому что, думаю, это будет очень интересно. Пишите ваши ставки, сможет ли найти Карина всех нас. И, конечно же, не забывай ставить лайк и нажимать на колокольчик. А мы, короче, бежим прятаться. А ты, Карина, иди подожди нас, дай нам фору пару минут. Тот раз искал, это ужасно. Бритни всегда знает, что говорит. И Бритни, скажите умный. Ну скажите умный, Бритни в топе, а все в сопе. Так, ребята, мы выжившие, те, которые выиграли в этой номинации «Кто будет прятаться?». И сейчас наша задача выбрать себе локацию, пока Карина сидит, нюхает в туалете брызги шампанского. Мы будем прятаться, а она будет ждать. А вы заметили, что Кирилла здесь нет? Потому что Кирилл он уже спрятался. Кирилл уже спрятался. Да! Погнали! Все, тихо, ребята, тихо. Никому не говорите. Макс, закрывай. Кирилл спрятался на кухне среди посуды. Я не знаю, как он там вышел. Коля! Не влезешь ты в лес. Пойдемте. Всем пока. Я, короче, лишь это же в доме. Я же в доме. Я не знаю, насколько этот план хорош, но я думаю...
Я думаю, нормально. Нормально. Я не знаю, можно ли прятаться на крыше? Это считается как-то... Я не знаю, не договаривались, но это, в принципе, территория дома. Нет, я не здесь буду прятаться. Если разбудишь... Ух ты, как тут красиво! Смотри, как красиво, падай! Блин, а тут реально сыкотно, здесь упасть вот так вот. Мне реально страшно. Еще я сейчас... Надо плед взять, потому что я замерзла. Я надеюсь, Карина найдет всех быстро, а потом меня она не найдет, и я быстренько пойду греться в дом, потому что реально тут сыкотно. Главное, чтобы соседи не увидели. Что будет немножечко не очень. Короче, у нас супер опасное место, можем провалиться. У нас есть стратегия, и мы ее придерживаемся. Ребята, там хрупкая крыша, вы гоните? Я тоже говорил. А ты точно туда уже была? Да. Ну все. А может нет? Люди страшно. Хоть, не надо. Леон, мы тебя держим. Спасибо, Кузя. Давай руку. Давай руки. Еще как она? Миша, она пиздец. Она хрупкая? Ну, один человек поместится точно. Миша, а ты можешь на крышу залезть к Ане? Ах ты сволочь. Я случайно, чувак. Оно, я не ожидал. Оно только сильное на арматурине. Тут очень опасно. Можешь сюда тоже залезть? Давай попробуем. Давай попробуем. Если мы не провали... Попробуй не провалиться на крыше, челлендж. Давай, аккуратненько. Аккуратно, аккуратно. Ярик, заставь нас, пожалуйста, я тебя очень прошу. Нам очень страшно, если мы не должны шевелиться. Максик, булочка моя любимая, принес мне плед. Теперь я не замерзну. Теперь я смогу здесь сидеть до утра. Главное, чтобы меня не съели комары. Ребят, я остался последний. Я хочу спрятаться вот тут, вот. Под раковиной. Давайте посмотрим. Макс, прикрой меня. Тебе удобно? Вот такое. Все, дорогие друзья, напомню, что сосед Коли. Итак, ребята, все уже спрятались. Я считаю, что я выгодное место нашел. Я прячусь в доме. По факту, чердак — это дом. Никто не додумался. Я додумался, что нужно замыкаться на чердаке. О, так шумно. Я очень боюсь темноты. Потому что там очень темно и стрёмно. Эти жопы заставили меня сидеть в туалете и ждать, пока она спрячется. Ну, конечно, я думаю, что я элементарно всех найду, потому что дом маленький все-таки, относительно маленький, и все места, где можно в теории спрятаться, я приблизительно уже понимаю. Я надеюсь, они уже спрятались. Я уже задолбалась их ждать. И начнем поиски. У меня будет несколько тактик. Мы знаем, что звукоизоляция в доме ужаснейшая. И я буду слышать все шорохи, все звуки, которые могут быть. Я, наверное, пройду сейчас по самым банальным местам, в которых я могу очень быстро 100% найти человека. Я в этом уверена. Ну что, поехали? Темно. Я сидела в туалете, как будто бы вечность, пока ждала, чтобы они спрятались. Мы начинаем с самого начала дома. Но тут ничего нету. Я уверена, что там кто-то спрятался, потому что тут по-другому не может быть. Та-ра-т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 а-
Здравствуйте, девушка, привет. Поздравляю вас, вы первая. Реально? Да. Ого. Ну, мы начали с такого банально простого. Я надеюсь, дальше будет поинтереснее, потому что если они все так легко спрятались, то это будет очень быстро. На самом деле, это было неожиданно для меня, потому что я думала, она будет искать по дому изначально. Ну ладно, посмотрим, как она найдет ребят. Чуваки, чтобы вы понимали, вот тут только что ходила Карина, и она полила в нашу сторону. И она нас не нашла. Она нашла Лизу в подвале. А нас не нашла. Я просто в шоке. Я думал, это мы сейчас спалимся, я вообще не думаю, что... Она два раза прошла мимо нас, вот так вот. Сейчас мы будем идти по очереди, вот полностью по всем комнатам проходиться и смотреть, есть ли у нас кто-то или нет. Честно говоря, я думаю, что в Колиной комнате... Я думаю, что в Колиной комнате никто не спрятался, потому что здесь особо негде. Ладно, короче, в каждой комнате я буду писать в общую беседу, если у кого-то будет срабатывать вибрация. Тут я ничего не слышу. Просмотрели мы все, что только есть. Боже, я сижу на чердаке, здесь очень пыльно. У меня аллергия на пыль. Я еще начитался про полтергейстов. Про духов начитался. Здесь очень страшно. Там точно никого нет. Пиздетикись. Что там? Ребята, это ужасно. Фу, пыли много. Я слышу шаги. Макс только что написал в общую группу. В подвале так душно. И удалил, как будто бы... Я типа не знаю, что он пытается меня обмануть. И я типа не знаю, что... Чаще всего вот там, где много навалено вещей, возможно, будут люди. Честно, мне кажется, что здесь мог бы запрятаться только какой-то, ну, темненький такой человек. Конечно, не уверена, что мы здесь можем кого-то найти. Такого не бывает. В собственной куртке. Но, конечно же. Мои ноги отекли. Крестик. Если бы ты прикрылась нечто другой курткой немножко лучше и не включала фонарик, то, возможно, было бы... Ты нашла? Ты меня первая нашла? Нет, ты вторая. А, прикол. Смотрите, у меня есть предположение, что вот в вот этом шкафчике кто-то может быть. Да? Но опять же, мне кажется, это было бы слишком тупо, потому что, ну вот, такие супер банальные места. Но если все же здесь кто-то есть, я думаю, что этот человек такой достаточно глупенький. Да, Бритник? Да ты мой котик-зайчик, а ты не думал получше места найти? Давай, вылазь, жопа! Так. Не надо помогать, можно было просто меня не находить. Еще один свободен, у нас осталось 5 человек. И я пока так иду вообще налегке. Ребята, мне отдавило ноги, я сидела, ждала Карину. На самом деле, у меня была такая маленькая мечта, что вдруг меня не заметят. Но я понимала, что это место, оно достаточно предсказуемое. Но то, где спрятались остальные участники, я считаю, еще более предсказуемое. Я не думал, что Карина меня найдет, потому что... Я не знал, что она знает про эту схованку. Ну, типа, просто мы когда заехали, мы сразу увидели вот эту штуку, и я сразу понял, что если мы будем снимать прятки, я буду прятаться там. Но эта козлиха раскусила меня. Мне кажется, вполне возможно, кто-то из них мог спрятаться под кроватью. Да? Но проверить как бы все же стоит. Пусто. Пусто. Все же пусто. А идемте-ка на балкон. Балкон — это же тоже часть дома. Так что, части дома. Погнали дальше смотреть. Здесь у нас никого нет. Никого нет. Аня. Я ее слышу. У меня аллергия на пыль. Я не могу дышать. Это ужасно. Пропал мальчик. Точнее, несколько мальчиков и одна девочка. Пойдемте искать. Ну что, мы с вами перемещаемся на второй этаж. А вот здесь вот. Так, здесь никто не может быть. Тут Ани точно нет. Там только Анин тапочек. Идемте на балкон. Так. Здесь у нас уже есть найденная Лиза.
Я думаю. Скорее всего, кто-то спрятался. Я туда, кстати. Я знаю, что ничего не видно, но я хочу вам это сказать. Меня загрызли комары насмерть. Срака. Мне все-таки кажется, что я где-то слышу Леона. Постоянно. Можно я залезть туда? Да, конечно. Максим пишет, можешь сдашься? Ага, конечно. Так. Как сложно. Я никого не вижу. Возможно, там кто-нибудь есть. Они, скорее всего, с другой стороны крыши. А я пипец как боюсь всего такого, с чего можно свалиться. К этому месту я вернусь попозже. Но я постоянно слышу голос Леона. Серьезно. Леончик, я слышу твой голос везде. Я иду на поиски тебя. Короче, Лиза наш спаситель. Она передала нам чаечку. Живем. Все, закрывай нас. Идемте. Лиза, Настя не пряталась. Я завтра школу. О май гад. Сочувствую, котик, сочувствую. Там кто-то может быть? Там кто-то мог вместиться, мне интересно. Потому что здесь кто-то отклеил эту штуку. Ладно, штуку отклеил, но тут никого нет. Погнали дальше. Все же мне постоянно хочется заглянуть в окна. Я кого-то вижу! Может, мне кажется, подождите. Подождите. Есть. Добрый день! Здравствуйте, молодой человек! Что ты думал, Миша, я тебя не увижу? Ну это да. Ага, это ага. Ты нас не увидела, когда ты... Подожди, не вставай, очень опасный человек. Ну, может, я первый вылезу? Когда я вас не увидела? А я-то тогда не смотрела, вы же лежали вообще. Во-первых, я подозревала, что кто-то будет на крыше или вот в каких-то таких дебильных местах, поэтому я постоянно заглядывала в окна. А во-вторых, я где-то постоянно слышала твой голос, Лео. Ты постоянно разговаривал. Меня Миша смешил. Really? Я же говорила. Давай, вылазь, ладно. Ну согласись, это пока самое лучшее место. Да, согласна. Которое заслуживает, чтобы мы не купались в бассейне. Лен, давай руку. Ладно. Ты не представляешь, на каком мы очке сидели, когда там ты такая камеры. идешь такая, и вот так вот развернулась, и пялишь на нас, и потом выходит... Когда это было? Когда ты вон там была, снизу, за Лизой Аноры. Просто вот так палишь на нас, на козырек, а я тогда не лежал, я тогда сидел, потому что я боялся лечь, а он хрупкий. Вот, и потом сам прикол, на нас Ярик начинает полететь, думаю, Ярик, если ты сейчас нас спалишь, я прыгну на тебя сверху. Потом, короче, выходит Лиза Аноры, она нас видит. Она не знала, что мы тут прячемся. И она тоже улыбается, идет. Такие, фух, это не, мы даже боялись снимать себя, потому что там очень все шаталось. Не, ну вы молодцы, молодцы. Спасибо. Еще очень жарко. Ужасно. Ну я, чтоб по правилам было, я, кстати, Карине оставил палку, которая открывает чердак сам. Чтоб, типа, можно было открыть эту дверь, потому что если бы я забрал, я она вообще понимаю, как не открыла, это было бы уже нечестно. Я уверена, что кто-то спрятался там, но я не понимаю. Для этого нужна стремянка, еще там что-то. Так. Ну, уже не на шмойках, вряд ли кто-то бы спрятался. Здесь особо негде прятаться, правильно? Правильно. Так, у нас остались три претендента. Аня, Коля, Макс. И мне в любом случае надо забраться туда. Потому что я уверена, что кто-то там спрятался. Я уже здесь сижу минут 20. Карина возле меня нашла уже Леона и Мишу. Я слышу. Подо мной сидит Аня, которая жопой своей чешет. Я даже еще не думала сюда находить. Голова. Стремно, капец. Ну, вроде бы пыль села, и я могу дышать. И хочу писать. Может, тут подписать? Все равно никто не узнает. Ладно, что? Короче, решаем головоломку. Наконец-то. До меня дошло, что мне не надо искать никаких длинных стульев и столов для того, чтобы сделать... Вот так вот. Вы слышали, там кто-то был? 100% кто-то был. Я уверена, что это Максим. Я ей лучше бы помог. Фу. Ненавижу чердаки. Это самое страшное, что только может быть. Поехали. Если я сейчас уроню телефон Ярика за тебя, то беду по. Ужасно. Фу, я не пойду туда, там страшно. Фу, тут паутина. Я тут никогда не была, и как-то и не хотелось бы. Где он спрятался? А!
Макс! Так, хорошо, ладно. Там еще что-то есть? Не знаю. Давайте еще раз. Здесь, мне кажется, мы посмотрели плохо. Так, я думаю, что нам надо будет спуститься и посмотреть по периметру дома еще кое-что. И у нас остался с вами самый последний нижний этаж. Если кто-то мог перепрятываться. Тоже. Надо смотреть по нескольку раз везде. Но я все еще не нашла Колю и Аню. Меня это бесит, потому что они... Это странно, что... А, подождите, я же точно, я не была в подвале. Поехали. Та-ран-тан-тан. Та-ран-тан. Побежали дальше. О, гад! Вот что творится тут, я еще не видела. О, боги! Так, честно, наверное, я бы спряталась где-то... Вот в самой дальней коробке. Нет. Понятно, уходим отсюда. Мы не смотрели здесь. Я никогда здесь не была, кстати. Выглядит странно и пусто. Где они? И тут никого? Ну серьезно? Ребята, вам жопа! Смотрите, я уже обошла весь дом и до сих пор не нашла двоих человек. Так вот, надо хорошо подумать, где они все же могли быть. Ну, тут они не могли быть. Да ты шо, Аня клаустрофобия, она бы уже давно усралась. Ну да, сейчас. Офигеть! Тут мы первый раз это видим! Все! Нужно подумать головой Ани. Ну вот где она реально могла бы спрятаться? Я не знаю! Я везде уже искала! Здесь мы уже третий раз, блин! Но Аня боится высоты, она бы сюда не пошла. Вопрос, скажите мне. Смотрите, помните, у меня был еще вариант, что она может быть все же на крыше. Где это, на крыше? Карин. Да. Короче, Коля осталось мало времени. Попроси наших подписчиков подписаться. Котики, любимые мои, хорошие, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, сделайте красную кнопку серой, обязательно добавьте комментарий, напишите, как вы думаете, кто лучше всего спрятался, напишите, как вы думаете, хорошо ли я ищу или плохо, и самое главное, не забудьте досматривать это видео до конца, подписываться на наши соцсети, и мы вас любим. А теперь давай подсказку. Аня поборола свой страх. Так она все же на крыше. Я же там была. Ну, типа, я знаю, что это есть. Но я туда не полезу. У меня есть один вариант. Сейчас. Аня! Я знаю, что ты тут. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас находишься на крыше. Но мне безумно лень туда лезть. Поэтому или ты сейчас спускаешься, или я съедаю твой чизкейк. Ну что, котик мой, доброе утро, спускайся. Если бы Карина не заикнулась про чизкейк, я бы тут сидела бы до утра. Я очень сильно замерзла. Нахер я поперлась на эту крышу? Сидела бы где-то в теплом комнатке, в комнатке какой-то и все. В итоге вышло время, и мы показываем, где наш спрятался участник. Готова? Это жесть, Оля! Я сейчас рыгну. Так я смотрела во всех ящичках. Я думаю, брат. Ой, ты котик. Коля, наш герой. Коля. Ты нас спас, наш спаситель. Дай тебя поцелую, обниму. Запачкался. Молодец, Коля! Сегодня наша Корона Мюзик будет давать концерты в бассейне. Клубати! Всем привет, дорогие друзья! Это утро следующего дня после наших сумасшедших пряток. Карина уже выродилась в эту... в карася. Я не хочу в этом участвовать. Карась Иван сейчас будет принимать холодный душ. Можешь себя ставить на память, он тебе пригодится. Давай, Карин. Фу, ну я не хочу, Макс. Там только что кот плавал. Очень холодная вода. И, кстати, здесь уже утопились мушки всякие. Знаешь, типа живность. Ма, Ярик наступил. Ты можешь как с этими суточками, кря-кря вот это играться, знаешь? Фу, Макс, ну блин, ну это фу. Это ужасно. Ну ты же вчера знала, на что идешь. Меньше слов, больше действий. Да фу, я не хочу туда лезть. Зачем? Нет! Макс! Ну нет, пожалуйста! Я не хочу! Макс! Нет!
Нет. Я упущу. Нет. Макс, ну не хочу. Это уже борьба в бассейне. Новый челлендж. Кто кого закинет в бассейн? Ну какая гадость. Теперь ты как будто на Бали. Давай, на качели, ножками. Скорее тебя на это. Ага. Ой, у меня еще в попу упирается. Тебе пятка грязная, помыть надо. Ребята, как вы думаете, она выполнила условия челленджа вчерашнего пряток вообще? В смысле? Все выполнила. Закидайте Карину дизлайками в комментариях. Пожалуйста. Нет. Да. Это все получается? Как приятно, как хорошо. Так, вы же не наполнили нормально бассейн. А ты можешь окунуться, он для как тебя... Как окунуться? Ты садишься, и он тебе по шею сразу. Да, конечно. Короче, ребята, Карина не прошла испытание водой. Поэтому давайте придумаем мне наказание. Какое наказание? Пишите в комментариях наказание для Карины. Мы его исполним, сделаем пранк над Кариной, да? Типа, целый день пранкуем Карину, мука в лицо. Пранкуем Карину лайфхаками и пранками трум-трума. Да, это круто, по-моему. Мне кажется, это классно, да? No. Ты же давно у тебя лизунов на голове не было. Каких лизунов? Максим? Жвачек там. Фу, нет. Так давай ныряй. Фу. Ну ничего. Все, дорогие друзья, спасибо вам. Карина ничего не сделала для Ютуба, не постаралась, никаких эмоций, ничего. Но вы все равно ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Пишите в комментариях задание, наказание. Да, давайте я что-нибудь другое сделаю лучше, чем вот это вот. Ну посмотрите на это болото, ну это же ужасно. И пишите, кто лучше спрятался. Да. Потому что очень много было достойных кандидатов, но... Вы самые достойные. Да-да, конечно. Третий, который за курточку спрятался. Все, спасибо, всем пока! Пока, ребят. Все, Карин, давай. Тухлое очень, конечно, прощание и все на свете. Дай помогу.